панорама ситуации, в которой есть повышение, а как выглядит наш проект, который мы сформируем в Киргизии. Давай перерыв. Она закончит. Здесь у меня вход у нас есть на первый этаж кафе и группа кухня, разгрузка, персональная, кератовая, холодильница, советчица, хлеборезка, подзвоночница и раздаточная. Отсюда мы совместно на втором этаже на лесное кафе «Лесное кафе». Вот, у нас на каждой этаже имеет с собой медпункт, и каждый зал имеет с собой раздевальная пищевая перед входом. На первом этаже у нас еще конференцный зал, административное помещение и санитарное. На первом этаже у нас бассейн, сауна и, как я сказала, раздевальная пищевая. На втором этаже фойе. Зал для боулинга, зал для бильярда, медпункт и зал для свидания и коронерская для бассейна, которые могут отсюда подняться на свои члены. И здесь у нас начинается форма ашрама, который будет желание, что соединить внутренние помещения без комплекса с ашрамом, который видно на интерьер. И вот еще один интерьер для боулинг, который здесь расположен. На третьем этаже у нас есть зал для тренажерный зал и зал национального тенниса и их раздевальная. Баскетбольный поле, и также могут играть в волейбол, потому что оно меньше, чем баскетбольный зал, так могут сами играть в волейбол, и их не раздеваны, и могут отсюда подняться на втором этаже, на этаж выше, то есть на четвертом этаже, и там еще могут раздеваться, и у нас начинается самый большой зал в комплексе. Это гимнастический зал с наверное медпункт и теннис и зал заседания на четвертом этаже. В четвертом этаже у нас персоническое помещение, потому что и еще вот персоническое помещение, и это потому что здесь у нас кибиша наши залы высокие, поэтому здесь у нас нельзя ничего нас помещать, потому что они у них высокой кибиша, как на два этажа. Так видно на разрезе, где у нас баскетбольный зал и гимнастический зал. А все это базара, вместе с базара, как называется уже, и на вообще перевозки мы закрыли с железобетонной фирмы на гимнастический зал и на бассейн, как видно из нас. И у нас стена стена у нас кирпичными, утепление, и крыша у нас совмещенная плоская с утеплением. А это как выглядит у нас соседи две на мире и фасадные четыре. Спасибо за внимание. Спасибо за доклад. Любовь Александровна, пожалуйста, вопрос. Виктор, да? Да. Виктор, скажи, пожалуйста, спортивный комплекс, да? Довольно много людей там занимается, и когда занимаются спортом, возможны травмы. Да. Да, дети? А есть ли у тебя на территории спорткомплекса медпункт? Конечно, на каждый этаж у нас находится один медпункт. И здесь на третий этаж, на первый этаж и на втором этаже. Каждый этаж имеет с собой тренерский медпункт, с собой зал заседания для тренеров.
Спасибо. И вот, не дай бог, ситуация где-то на верхнем этаже в зале произошла травма человека, да? Как его транспортируют? Ну, на каждый этаж есть свое место, но я... А потом? Ну вот, если царапнуло, например, случается, все этот спорт с мочком, если она хотела, например, на втором этаже, через... Нет, ну вот, с третьего этажа человек поломал ногу и вылетел ногу. И на третий этаж попал. Из медпункта вызвали скорую помощь. У нас сейчас собой пожарные лестницы, они вчера... То есть по лестнице, да? Подъем никого нет. Хорошо, спасибо. И еще такой вопрос. Вот на первом этаже есть кафе. Да, на втором этаже. Да. А где можно помыть руки перед тем, как мы будем сидеть? Вот здесь у нас работа, они вот можно поставить к храму. Но как у нас на столовой, там маленький Так, а санузел есть там? Там, блин, спасибо. Спасибо за вопрос, Карина Алексеевна, ваш вопрос. У меня вопрос такой. Скажите, какая высота вашего бассейна, над которым находится еще дополнительно зал для носящей занятий? Да. Высота бассейна. И потом оставь щетку. На районе покажите. А площадь самого бассейна какая? Площадь самого бассейна, ширина 24 метра. Разделить на 12, потому что 2 метра еще 500 фирм, которые большие перегрузки также варят. И чем перекрывать большие? Фирма, железобетонная фирма. Так, и еще такой вопрос. В вашем таком комплексе очень много разных видов деятельности, спортивных, да, мероприятий. А как, где у вас хозяйственная зона, чтобы привезти оборудование, увезти оборудование и так далее? Хозяйственная зона. Подъезд. Нет, не главный вход, а именно подъезд с загрузкой. На генплане, пожалуйста, покажите. Загрузка для кухни, еще загрузка для вот этой зоны. На генплане. А вот, отсюда. Нет, ниже. А вот, на генплане. Где подъезд? У вас в хозяйственной зоне. И вообще там разворотные площадки. Разворотные площадки. Машина въехала, должна развернуться и уехать. Где это? Подошел к нему. Понятно. Спасибо. Спасибо. За вопрос Владимир Николаевич, пожалуйста. Елена Владимировна задаст вместо меня. Я не буду знать. Елена Владимировна, я задам вопрос. Вот вы какой-то столовая, то есть кафе вы говорили, а столовая, у вас столовая или кафе? У нас кафе и группа кухни. Загрузка персональная, холодовая, холодная, заявочная, посудомойка, холодовочка, разбавочная и через Хорошо, конечно. Нет, у меня нет вопросов. Все это хорошо. Вопрос. Хочу тоже закончить.
Спасибо.